Парадокс, но в Индии ежегодно портятся и пропадают тонны продуктов, тогда как миллионы людей голодают. Причина в том, что мелким фермерам негде хранить или перерабатывать урожай. В итоге они продают свою продукцию по самым низким ценам, а в худшем случае просто ее теряют. По данным Всемирного экономического форума, Индии необходимо 230 миллионов тонн продовольствия в год, а объем производства на фермах в 2015-16 годах превысил 270 миллионов тонн. Местная технологическая компания хочет, чтобы продукты не пропадали. Специалисты создали сушилки для фруктов и овощей, работающие на солнечной энергии. Обычно сушка на солнце занимает от 6 до 10 дней. За это время в продуктах заводится много микробов. Используя сушилку на солнечной энергии, мы добились большей эффективности. Она сушит продукты за 6-8 часов, а не за 6-10 дней. Также снижается количество микробов и грибков и сохраняется до 95% полезных веществ. Компания скупает урожай у фермеров. Их же нанимают на работу, чтобы они сушили овощи. В основном это женщины. Это изменило нашу жизнь. Теперь мне хватает денег на обучение детей, а также на остальное, что нужно для семьи. У проекта три преимущества: предотвращение потери урожая, экологичный способ сушки овощей и гарантированный доход для сельских женщин. Компания сотрудничает уже с 3000 мелких фермеров или кооперативов и охватила 270 деревень. Она поставляет продукцию таким крупным производителям, как Nestle и Unilever. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.